Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале о звездном шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о жизни знаменитых людей. Попрошу вас поставить лайк и подписаться. Вы ценные слушатели! Певица Наталья Подольская сообщила об упавших с ее глаз розовых очках в день годовщины начала отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым. Пара отмечает 16 лет вместе, о чем участница «Фабрики звезд» 5 сообщила на своей личной странице в Инстаграм. Что такое любовь? Мне кажется, что это чувство, возникающее, когда розовые очки спали, влюбленность прошла, но в жизни ничего не изменилось. 16 лет вместе, делится мнением артистка. Фанаты пожелали звездной паре долгих совместных лет жизни и заметили, что супруги рядом друг с другом выглядят по-настоящему счастливыми. По мнению фолловеров, их любовь с годами становится только сильнее. Напомним, недавно пара устроила совместный романтический отпуск в Италии. После рождения второго сына певица быстро привела себя в форму и почти проигнорировала декретный отпуск. Спасибо за просмотр! Поставьте лайк и подпишитесь.